Ребята, это короткое видео, статья «Как выращивать из себя профессионального разработчика». Возможно, поможет, советы бесплатные. Это короткое видео записал, чтобы заострить внимание на некоторых вещах. Перейду сразу к третьей части, в конце советы. Первое в конце, что нельзя делать и что делать на большинстве курсов, это изучение идет подряд. По сути дела, без смысла. Человек путается, забывает. Что делается в школе Буфсуновского? Мы работаем по особенной системе, которая постоянно сопряжена с практикой. То есть, документация, исходный код, смысл. Теперь коротко. На примере параметров, функций. Иными словами, есть определенный алгоритм. Если вы соблюдаете его, то станете разработчиком быстро. Поэтому я не против решения задач, но я против того, когда они решаются бессмысленно. Когда мы решаем задачу, исходя из исходного кода, исходя из замысла, тогда у нас все получается. При этом, если взять данное видео, данный фрагмент, то параметры являются ключевой вещью. То, что вот в школе берется за основу. Почему? Потому что в них есть вся логика. А, допустим, другие вещи, как if, else, try, except, они могут быть изучены в любой момент времени. Важно, чтобы это изучение происходило в пределах конструкции. Ну, вот у меня попалось из инстанс, да? То есть вот мы решили, да, изучить инстанс, так вот мы должны в пределах конструкции это изучать. И тот же rise value error, допустим, как возврат исключения, но в пределах логики. Тогда это совершенно легко запоминается и вписывается, да, вписывается в смысловую вещь, и дальше я написал, какие проработки. В принципе, наверное, сложновато объяснил, прочитайте статью, и кому сложно, приходите в школу. Все получится. Спасибо за доверие.